Следующий. Добрый день, доктор. Здравствуйте. Можно? Присаживайтесь. Вы у нас кто? Агния Барто. Шутник, что ли? Агния Барто, вы там уверены? Да нет, я серьезно. Вы уж, пожалуйста, можете посмотреть. Действительно. Агния Барто. Ну-ка, повернитесь. Ну, просто одно лицо. Ну, ладно, Агния. Слушаю вас. Доктор, у меня проблема. Я вижу. А как это вы видите, сон? Ну, я же врач. Я вижу. Видите хорошо? Прекрасно. Последняя строчка в таблице. Сверху. Шибы. Пожалуйста, проверяй. Я не вижу. Ну что у вас еще, Агния? Совершенно посторонние люди на улице интересуются графиком работы моих ближайших родственников. Они постоянно спрашивают, все ли у меня дома. Понятно. А как вы сами считаете? Ну что все? Теща уехала на пару дней. Куда? В Саратов. А так все. Какие еще у вас проблемы? Очень много, у меня много проблем. Я взял кредит в банк, я пришел. Они мне определенный процент назначили. Я приходил, они говорят, другой процент. Я говорю, ребята, это мое... Так, медицинские проблемы меня интересуют. А, медицинские? Да. Нога болит, колено. Ну, это уже по нашей части. Какая нога болит? Поднимите штанину, я посмотрю. Да не, не мое. Правая, она опухла, она и болит. Вот я удивляюсь на вас, вы что, врач, что ли? Ну, да как вы так решили? Вот правая у вас опухла. Ну, откуда вы решили, что у вас опухла правая? Может быть, у вас левая похудела? Да нет, домкрат упал на правую. А при чем здесь домкрат? Домкрат здесь при чем? Ну как? Вы вообще кто? Агния Барто, я говорю. Я помню вас, ну я помню. Я хотела вас спросить, где вы работаете? А, я дальнобойщик. Батенька, влипли вы. Тут медицина бессильна. Да я не в этом дело. Просто если я из-за своей ноги вовремя не привезу груз, я попадаю на серьезные деньги. Дорогой Агния. Слушаю вас. Вот я сейчас открою вам маленький секрет. Так. Понимаете, какая получается история? Вот я здесь сижу с вами в этом кабинете и тоже попадаю на деньги. Каким образом? Ну, если бы мне нормально платили. Я разве сидела бы с вами вот сейчас в этом кабинете? Я бы не разглядывала ваши ноги. Нет. Я бы сейчас была в Турции, я бы отдыхала, я бы смотрела на совсем другие, интересующие меня как женщину, части мужского организма. Давайте я вас послушаю. Что, прямо здесь? Ну, а где вы предпочитаете? В коридоре, что ли? Ну, как-то... Ну, мне надо послушать вас, понимаете? Я однажды пришел в кабаре. В кабаре мне сказали. Каре! Я же пришел тогда. Папин! У вас что, не все дома, что ли? Все? Я говорил, у меня теща уехала на пару дней. Куда? В Саратов. Да я помню про вашу тещу, ШБ. Я просто не понимаю, слушайте. Ну, с такой патологией, почему вы ко мне пришли? Ну как, нога болит, я пришел в кабинет травматолога. Ну я терапевт. А почему вы сидите в кабинете травматолога? Потому что сегодня я за него. А он где? Господи, травматолог за окулиста, окулист за гинеколога, гинеколог за отоларинголога. Понимаете, такая система у нас. А главный врач? А главный врач в Турции загорает, козел. Ну и что мне делать с моей ногой? Я не знаю, ну что вам делать, у вас же нога болит, вы идите к хирургу. А как мне к нему попасть? Ну, очень просто. За него сегодня проктолог. Давайте лучше сделаем рентген. Какой вы быстрый. Агния.
же вам рентген сделает, если у вас нет направления от терапевта? Ну так дайте мне направление. Ну я же вам объяснила русским языком. Терапевтом я буду завтра, с 8 до 11. Но я вам направление не дам. Почему? Потому что у вас нет манту. А когда я могу сделать эту манту? Ну, манту можно сделать в нашей поликлинике, но мантолог сейчас в отпуске. Поэтому манту на следующей неделе. С идите двух вы... до трех в среду. Идите, вы знаете, куда со своим прививкой? Куда? Куда? В Турцию. В Турции. Агния. В Турцию я бы с удовольствием, только кто меня туда возьмет? Да кто угодно, хоть я. Чего? Это уже интересно. Чего? А вы знаете, я согласна. Не надо, я пошутил. В Турцию я даже с вами да согласна. Я пошутил, на семья, буржуха. Какие шутки, не какие надо, шутки. Шутите, делайте свое дело, куда я пошли, в Турцию с кем-то другой поедет. Верните пятки. Ну и славненько, так и запишем. Лечение проведено амбулаторно. Жалоб нет. Полностью здоров. Следующий.